Только помня о прошлом, можно построить будущее. А тех, кто хранит память о минувших днях, мы расскажем в нашей передаче. Оренбург 19 века в научных трудах иностранных гостей. Какие городские и семейные тайны хранит Оренбургский государственный архив? Это жалованная грамота царя Алексея Михайловича, выданная помещику Миките Чемодурову на поместную землю. Длина данного документа порядка 3 метра и датируется он июнем 1668 года. Любовь к городу, переданная по наследству. Краевед Галина Матвиевская и ее новая книга. В 19 веке Оренбург неоднократно посещали иностранные путешественники, чьи воспоминания дошли до нас в качестве научных трудов и путевых заметок. В 1818 году натуралист и зоолог, выходец из Германии Эдуард Эверсман отправился в путешествие по Уральскому краю и Средней Азии для изучения местной природы. В Оренбургской губернии ученого встретили радушно. В 1820 году военный генерал-губернатор Эссен помог ему присоединиться в качестве врача к русскому посольству, которое отправилось в Бухару, а также получить от правительства пособие для своих научных целей. По возвращению в Оренбург ученый продолжил заниматься частной врачебной практикой и нашел свое семейное счастье, женившись на дочери генерала Мансурова и купив поместье в Спасском, где он прожил 7 лет. Но даже после переезда в Казань Эверсман не потерял интерес к Оренбуржью. В 1837 году ученый закончил первую часть естественной истории Оренбургского края, написанную по просьбе генерал-губернатора Перовского. Во второй части своего труда, посвященной млекопитающим, Эверсман дает описание образа жизни животных. Этот труд был одним из первых описаний животного мира Оренбургской губернии, но представлял интерес и в мировом масштабе. Труды Эдуарда Эверсмана имели большое признание в научных кругах. Об этом говорит и тот факт, что в честь ученого названо 16 видов животных и растений. Еще один видный ученый, Александр фон Гумбольдт, посетил Оренбург в сентябре 1829 года. Путешествие в Россию он совершил по приглашению царского правительства в интересах науки и страны. Он должен был посетить уральские рудные месторождения и высказать мнение о целесообразности введения в денежный оборот страны платиновой монеты. На Среднем Урале исследователь провел несколько недель, уделяя время геологическим изысканиям и осмотру месторождений железных и золотоносных руд, самородной платины и малахита. После прибытия в МИАС, где состоялись торжества по случаю 60-летия Гумбольдта, экспедиция продолжилась по Южному Уралу с осмотром Златоуста, Кичимска, Орска и Оренбурга. В городе ученый находился с 7 по 12 сентября, посетив также Илецкое месторождение каменной соли. Несмотря на скоротечность поездки, она была весьма продуктивной. Ее результаты отражены в трехтомном труде «Центральная Азия». Кроме того, описание путешествия содержится в двухтомном труде берлинского минеролога Густава Розе, также принимавшего участие в поездке, под названием «Путешествие на Урал, Алтай и Каспийскому морю», совершенное по повелению Его Величества Императора Российского в 1829 году. Стоит отметить, что Александр фон Гумбольдт считается выдающимся ученым своего времени. В его честь названы многочисленные географические объекты, животные, растения, образовательные учреждения и даже астероид и лунное море. Архив – хранилище бесценных документов, по которым шаг за шагом можно узнать о развитии и жизни города. Хотите окунуться в историю? Следуйте за нами! Официально Государственный архив Оренбургской области ведет свое существование с 15 сентября 1919 года, когда было принято решение о создании архива. И вот в этом году мы отпраздновали свое 97-летие, то есть уже приближаемся к 100-летнему рубежу. Но если говорить все-таки об истории более ранней, конечно, до этого существовал еще и губернский архив для собирания и тех документов, которые были образованы в первую очередь в деятельности канцелярии губернатора.
Оренбургского, то есть для того, чтобы упорядочить то, что уже было сделано, по полочкам разложить, по папочкам. Вот была специально создана комиссия по собиранию документов. Но на самом деле у нас есть, конечно, постоянная работа ведется по пополнению документами архива. Это в первую очередь от действующих наших организации, в первую очередь наших всех органов власти, министерств, ведомств, организации областной формы собственности, не государственной, то есть акционерное общество у нас тоже есть, от людей, от граждан поступают. Мы находимся с вами в архивохранилище периода до 1917 года. Как вы видите, здесь расположены мобильные стеллажи, которые упрощает выдачу документов. Документы хранятся здесь по фондам, по описям и по порядку нумерации документов. Хранятся они в оптимальных условиях, которые прописано в нормативных документах. Здесь можно найти информацию по всей истории Оренбургской губернии периода до 1917 года. Архивный фонд Государственного архива насчитывает более 200 тысяч единиц хранения дореволюционного периода. Сейчас мы с вами ознакомимся с документами, которые представляют наибольший интерес для пользователей читального зала, сотрудников. Один из наиболее интересных документов – это указ, подписанный собственноручно Екатериной II, о том, что она осведомлена о поездке оренбургского губернатора в Санкт-Петербург и что она его ожидает. Еще один наиболее интересный документ, где имеется подпись цесаревны Татьяны, дочери Николая II. Она выражает благодарность Николаю Александровичу Сухомлинову в создании комитета, который занимался финансированием благотворительных мероприятий в период Первой мировой войны 1914 года. Долгое время считалось, что самый ранний документ, который находится на хранении в Государственном архиве Оренбургской области, это привилегия, выданная Анной Иоанновной, датирована 1734 годом. Но, как выяснилось, в фонде Богурсланского помещика Чемодорова Александра Александровича имеется жалованная грамота царя Алексея Михайловича, выданная помещику Миките Чемодорову на поместную землю. Длина данного документа порядка 3 метра и датируется он ноябрем 1668 года. Сохранность документов – одна из важнейших задач работников архива. Поэтому особое внимание здесь уделяется переводу фонда в электронный формат. Сегодня в Государственном архиве используются планетарные сканеры. На сегодня мы имеем 2 планетарных сканера. Ну, к сожалению, этого недостаточно для того, чтобы в больших объемах цифровать документы. А необходимость в этом очень большая. У нас большой объем документов поражен грибком. Документы пропадают. Какой процент уже оцифрован? Ой, это очень маленький процент, потому что мы процент считаем к общему объему дел, хранящихся в Государственном архиве. И у нас он на сегодняшний день не достигает даже 1%, хотя количество достаточно большое, потому что более 1 000 000 единиц хранений у нас в архиве вместе с филиалами. Ну и вот хотелось бы обратиться, пользуясь случаем. Может быть, найдутся люди, которые заинтересованы в сохранности истории Оренбургского края. Нам нужны спонсоры, нам нужна техника современная. Хотелось бы хотя бы еще один сканер. Вот можно вот так вот сделать сейчас по-другому. Вот сюда потолще взять, да? Папка она еще совсем тоненькая. Вот, выравниваем просто по высоте этим, чтобы было. Вот продолжаем сканер. Для книг это по высоте удобно. Сейчас оцифровываем документы. Это метрические книги, то есть документы, которые они в основе генеалогии лежат. Современное очень такое. Требования общества требуют этих документов. Всегда состоит из 3 частей. А рождение, бракосочетание, имя, шрифт пишется порядковый, какой пол, когда он родился, месяц, число, как звали, кто у него родители, крестные кто и священник, который крестил. То есть последний по каждому.
Нет. Церковь заполняет? Это церковь заполняет, сейчас это ЗАГСа занимается, то есть регистрация непосредственно. Ну, актовые записи, они как раз называются, актовые записи гражданского состояния. А вот до того периода были, да, дореволюционные, они вот именно метрические книги. Вот они ровно через 100 лет, в принципе, как и современные записи книги, они через 100 лет к нам передаются. Генеалогические исследования у оренбуржцев сегодня очень популярны. В архив еженедельно приходят десятки людей, которые ищут документы, связанные с историей своей семьи. Если дать совет тем людям, которые увлекаются, занимаются, конечно, генеалогией, во-первых, для того, чтобы, прежде чем прийти в архив, нужно опросить всех своих родственников, посмотреть свои документы, которые у них имеются, фотографии какие-то старые, может быть, свидетельства о рождении сохраняются чаще, бывает, свидетельства о смерти сохраняются, то есть как можно больше информации предварительно подготовить, собрать, и тогда проще будет нам здесь уже посмотреть, есть ли у нас эти документы на хранение. К сожалению, приходили разные в исторические периоды события, и бывает, что не все документы сохранились. И, да, я цифру уже называл, более миллиона документов у нас. Естественно, чтобы среди них точный документ найти, нужно папочку. У нас есть определенный поиск, то есть нужно какую-то информацию знать. Вот, это можно сделать двумя способами, да, уже когда придя в архив. Либо вы обращаетесь к нам в наш отдел по исполнению запросов, и там это платная услуга исполнения генеалогических запросов вам могут подготовить. Либо вы самостоятельно приходите в читальный зал, и здесь уже бесплатно можете просмотреть документы и поиском самостоятельно заняться. Ну и само посещение государственного архива может стать для оренбуржцев настоящей экскурсией. Ведь сегодня учреждение занимает несколько исторических зданий. Первый из них, главный корпус, является памятником архитектуры. Его постройка 1880 год, и занимало оно полицейской жандармерии. Еще одно здание у нас, если мы посмотрим, с правой части, в советские годы, вплоть до 1970-х годов располагался медицинский вытрезвитель. А с левой части в советские годы, опять же, у нас располагалось статуправление. А основное наше хранилище, двухэтажное здание, в нем располагалась пожарная каланча и конюшня для обслуживания пожарной дружины. Ну, конечно, не совсем они удовлетворяют нашим условиям, но как могли за эти годы их приспосабливали. Стараемся, чтобы все условия температурно-влажностные для документов были соблюдены. Как видите, сегодня Оренбургский архив – это не только миллион единиц хранения, не только место, где можно найти свои корни, но и уникальный сплав истории и современности, познакомиться с которым следует каждому оренбуржцу. Для Галины Матвиевской Оренбург не является родным городом, но именно она стала одним из лучших его знатоков. О ее работе и новой книге мы узнаем прямо сейчас. Я математик по образованию и по основной деятельности. Но потом я занялась историей математики, это моя специальность. То это было до приезда в Оренбург, куда я приехала в 1994 году. Дело в том, что мой отец, Павел Евгеньевич Матвиевский, историк, он был здесь профессором Оренбургского пединститута и очень долгие годы занимался краеведением, и у него много работ по краеведению. И он писал книгу о Петре Ивановиче Рычкове, научную биографию. Но оформить он это окончательно не успел. И вот тогда я взяла все эти рукописи с собой в Ташкент, я в Ташкенте работала. Потом ее над ней работала в Москве, и она вышла. Это вот первая научная биография Петра Ивановича Рычкова. Так вот, все эти материалы переписала своей рукой. Ну, они были в рукописи, но потом отдала машине для перепечатки. Пока я переписывала, я стала оренбургским краеведом, потому что Петр Иванович Рычков с тех пор для меня стал очень близким человеком. За годы своей работы Галина Павловна стала автором более 30 книг. Недавно в Оренбурге прошла презентация ее новинки «История Оренбургского неплюевского кадетского корпуса». Эта книга написана на архивном материале, потому что оренбургский неплюевский кадетский корпус
первоначальное военное училище, хотя упоминается везде в книгах по истории Оренбургского просвещения в Оренбургском крае, но о нем написано очень мало. Это замечательное было учебное заведение. Во-первых, это первое среднее учебное заведение Оренбурга. Оно было открыто 2 января 1825 года. Но предыстория у него давняя. С самого начала идея этого училища связана с именем Григория Семеновича Волконского, военного губернатора, который в самом начале XIX века правил Оренбургским краем. Когда он познакомился с краем, он увидел, что необходимо просветить население этого края. Для будущего учреждения у Волконского уже было готово название в честь первого губернатора Оренбургской губернии Ивана Ивановича Неплюева. Однако воплотить свой план в жизнь Волконский не успел. Только после него Эссену удалось окончательно решить этот вопрос. И в 1824 году вышел указ императора Александра I об открытии в Оренбурге Неплюевского военного училища. В 1844 году оно было преобразовано в кадетский корпус и просуществовало до 1918 года. Сыграло оно очень важную роль в истории культурной жизни Оренбургского края, особенно вот первой половины, ну, можно сказать, до 60-х годов XIX века. Среди выпускников этого училища можно назвать Мартиниана Ивановича Иванова, который был первым выпускником и номером первым шел. Он был специалистом, оставлен при военном училище преподавателем татарского языка, а впоследствии он вошел в историю русского востоковедения как автор первой хрестоматии татарского языка. Среди выпускников училища было и немало талантливых военных деятелей. Один из них – Виктор Дандевиль. Он уже в конце XIX века был очень крупным военным, а отец его, Дезире Федорович Дандевиль, был военнопленным французским, оставшимся в России. И вот он переехал с самого начала деятельности этого училища. Он до конца своих дней он преподавал французский язык. Говорить об истории Неплюевского кадетского корпуса и вообще Оренбурга с Галиной Павловной можно практически бесконечно. Ее работа поистине неоценима. И радует, что вскоре из-под ее пера выйдут новые краеведческие сокровища. На будущий год будет 170-летие открытия католического собора в Оренбурге, костела нашего. Вот я тоже собрала материалы здесь. А вообще я работаю над книгой о Григории Силовиче Карелине, замечательном путешественнике и натуралисте, человеке, который известен вообще. Это он связан был с Оренбургом, и вот его оренбургские страницы жизни Карелина в Оренбурге необычайно интересные. Я люблю Оренбург, потому что я здесь родилась, я здесь живу, это мой родной город. Я люблю Оренбург, потому что здесь хорошие люди. Я люблю Оренбург за то, что в нем очень много красивых мест, где можно хорошо отдохнуть. Это мой город. Это мой город.